Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но все только информационный характер для любителей заработка без вложений. У меня сегодня новенький, простенький букс, называется Серпантин. Вход сюда, регистрация и авторизация через социальную сеть ВКонтакте или Одноклассники. Здесь вся информация, можно прочесть. Заходим в букс. У меня на балансе, вот я вчера просмотрела всю рекламку, 51 копейка. Вот. Рекламки здесь довольно-таки много. Так, все по 10 секунд, друзья, они здесь. Давайте любую посмотрим. Нас перебрасывает на страничку. Здесь идет отсчет времени. Давайте мы подождем. Я покажу, какая здесь у нас капча. Все просто. И вот такая капча. Найдите подобную картинку. Видите корабль? Не именно такая же сама будет картинка. Но, тем не менее, мы должны найти корабль. Корабль. Нам заплачено. И по 2 копейки, друзья, я считаю, это неплохо. Потому что есть буксы и по 1 копейке. Значит, и таким вот образом мы просматриваем всю рекламу. Далее здесь также можно рекламить свои проекты. Так, добавить рекламную площадку. Прописываем реферальную ссылку, описание. Ставим, сколько вы хотите секунд. Далее показывать одному человеку, сколько раз в час. Каждые 6 часов. 12-24 часа. За 10 секунд у нас всего за 4 копейки. 1000 просмотров, это 40 рублей. Все это прописывайте, добавить, но надо пополнить рекламный баланс, прежде чем рекламить свои проекты. Это для рекламодателей. Вкладочка «Рефералы» находится наша партнерская ссылочка. В настройках мы прописываем свои платежные реквизиты. Здесь очень много платежек. Можно на телефон выводить. Даже Visa, MasterCard, Maestro, Мир. Ну, в общем, прямо на карту. Нажимаем сохранить. Все, я кошелек сохранила. Ну и вкладочка выйти. Кому интересно, пользуйтесь. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.